вниз ковер. Кто ковер забрал? Ё-моё! Я попал, вот я попал. Так, подожди, Мура. Успокойся, подумай. Ты же легавый. Кто забрал ковер? Правильно. Надо по камере посмотреть, кто забрал ковер. Так, камера. Так, сервер. Ель тупой ее, как обычно, блин. Сует свой нос куда не надо. Куда ты пошел? Твою мать! Теперь надо ковер забрать, пока шифа нет. Перестановку хочешь сделать? А кто здесь? Директор этого цирка. Шеф, вы что, до сих пор на работе? Да раньше вас уйдешь, а разворуете все здесь. Только что вот ковер чуть не потерял. Шеф, я не ворую. Я хочу ковер просто на место поставить. Он в дежурке стоял. Да не трогай, это мой ковер. Идля попросил сюда принести. Через час у начальника ДВД юбилей, на то еду. Начальник ДВД? Да. Шеф, сейчас же ковры не в моде дарить? Может, деньгами лучше? Да деньги он прожжет, а это хоть на память останется. Тем более, он по работе сколько раз помогал мне. Я его там хочу у всех на глазах расстелить. Шеф, может я заберу, там, помою, почищу, может, вдруг там песок, грязь, моль. Да ну он, 2 дня как купил. Чего ты к нему привязался? Иди работай. Просто он же в дежурке 2 дня стоял, и вот так... Привык к нему. Тебе что, больше нечего делать? Иди работай давай. Есть, шеф. Шеф, можно вопрос? А за убийство сколько дают, а? Я что тебе, уголовный кодекс наизусть должен знать? Иди работай. Есть. Спасибо. Что, блин? Решили Муру, что ли, посадить? Ищет лоха в другом месте. А я сваливаю. Собираюсь гнить в чудаке. Так, все. Так, это тоже мое.